Предметы гигиены необходимы каждый день. Их, как и продукты питания, российское общество «Красный крест» принимает в качестве гуманитарной помощи. Сегодня сотрудники нашего регионального центра сами собрали денежные средства. Мы купили на эти денежные средства туалетную бумагу, как я уже сказал, гель для душа, влажные салфетки. Остается вот самый приятный осадок того, что ты хоть небольшой вклад, но внес. За поддержкой в Красный Крест обращаются не только мурманчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. С февраля помощь оказывают и семьям, которые приехали из ДНР и ЛНР. В продуктовый набор входят крупы, макароны, консервы, мука, чай, кофе, то есть в общем счете. И также это гигиенические наборы. Не каждый день мы выдаем по четвергам с 3 до 8. Всего с начала специальной военной операции за поддержкой в Красный Крест обратились 150 семей вынужденных переселенцев. Они получили больше 230 наборов.